Добрый день! С вами Кайт на ура и я Андрей Народный. Этим летом на тестах у нас был кайт от компании Aeros Cruiser V03, 13 квадратных метров. И я был поражен комфортом при катании на этом кайте, его широким ветровым диапазоном и такой дружелюбностью, что не хотелось выпускать его из рук, пока позволяли ветровые условия. Кайт Aeros Cruiser V03. Что можно сказать про этот кайт? Кайт сделан из двойного рифтопа Technofiber и до кроны Domination Polyan. Дизайн и цвета, конечно, выделяют Aeros среди прочих кайтов на воде, и Aeros виден издалека. На этом кайте сразу чувствуется большой комфорт с увеличенным ветровым диапазоном для фрирайда и затяжных прыжков. Прекрасное поведение кайта в сильный ветер. Aeros V3 хорошо делает рестарт с воды, удобен в использовании. С ним очень просто встать на доску и поехать. Не нужно делать дополнительных подмахов и точно ставить кайтборд под ветер. Кайт при разгоне очень неплохо сбрасывает тягу и точно в нужный момент ее набирает. Не теряет скорости при хождении острыми курсами. У компании Aeros получился очень комфортный для катания кайт с отличным аэродинамическим профилем. Aeros Cruiser V03 в меру спокойный и тяговитый кайт. Подходит для фрирайда, фристайла на крюке, любительских гонок. Очень привлекательный в своей категории по цене. Узнать больше информации про кайт Aeros или проконсультироваться вы всегда можете в нашем клубе Кайт на Ура. Спасибо всем за внимание. Попутного вам ветра!